Колорит, который завораживает и притягивает взгляды. Более 4000 работ поступило на всероссийский творческий конкурс «Краски Чувашии». Завтра – последний день приема заявок. Конкурс «Краски Чувашии» проходит 5-й год подряд. Организаторы оценивают не только картины, фотографии, декоративные поделки, но и творческие номера. Главное – языком искусства показать красоту самобытной культуры региона. В этом году фестиваль проходит по 7 номинациям. Номинации в этом году носят имена выдающихся деятелей культуры, искусства, образования Чувашской республики. К примеру, танцевальное творчество носит имя Надежды Павловой. Художественное творчество носит имя Алексея Кокеля. Конкурс вокально-инструментального творчества Максима Михайлова. С каждым годом количество участников увеличивается, и жюри отмечает о высоком уровне конкурсных работ. Это говорит о том, что фестиваль достигает своей цели и приобщает молодежь, наше население к родной традиционной чувашской культуре. В состав жюри фестиваля вошли 45 ведущих специалистов в сфере образования, культуры и искусства из Чувашии, Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Финалистов определят до 30 мая. Награждение и демонстрация работ победителей состоится в преддверии Дня Республики. Рифат Фаткулин, Республика.